Всем привет, ребята! Сейчас я вам покажу просто чисто для контента, что и будет, если играть чисто на фугасах на суперконе. Я вам покажу два боя. Эти два боя. Третий бой тоже очень неплохой бой, но я его не взял, потому что ролик будет слишком-слишком долгим. Хотя третий бой тоже колоссальный. В общем, вот так. Ребята, не надо никаких ББ, никаких там голда и так далее. Смотрите, вот я вам покажу. 40 фугасов. Что будет, если играть полностью на 40 фугасах на суперконе? Я надеюсь, вам это интересно, наверное, да? Если интересно, то, пожалуйста, ставьте лайки, оставьте какой-нибудь комментарий, и мы смотрим два боя чисто на фугасах. Дальше я сам уже буду играть, поэтому сейчас я быстренько покажу, потом я пошел дальше погнать. А почему я так делаю? Многие спрашивают, почему ты дебил, что ли? Почему ты играешь на фул фугасах? Что ты за ублюдок, вы скажете, да, многие? Я играю из-за того, что я выполняю альянс. У меня альянс 8 фантомный удар называется. Нужно 25 критических попаданий за 10 боев. Поэтому я узнал, покопался в Ютубе и узнал, что это делается не только на арте. Арта у меня есть. И не только на бабахе. Просто ДПМа нету у бабахи. И поэтому можно делать на фул фугасах на суперконе. Я вот подумал, ну ладно. Давайте это проверим на деле, сказал я. И смотрим наш бой. Так, итак, мы смотрим первый бой. Боечек первый. И посмотрим, что может чисто на фугасах супер конь. Давайте на супер конь чисто на 40 фугасах, ребята. Это контент, это интересно. Так что ставьте лайки. Так. Итак, мы смотрим. Я не играю. Я только что это сыграл, кстати. Я только что сыграл три боя. И вот слишком громко. Давайте вот так. Немножечко вот так. Я сыграл три боя. И смотрим. А как сделать так, чтобы... Во-во-во-во. Я иду, ребята. Просто я иду. И у меня 40 фугасов. Как я уже непременно сказал, уже тысячи раз, тысячекратно, извиняюсь за то, что я повторяюсь, потому что долго рубрики не было, никаких рубрик и так далее, но мы смотрим. Это мой первый опыт на фугасах, на фул фугасах, и я вот тут побаивался, даже волновался, что за карта дебильная, Карель, что я тут буду делать, что мне делать на фугасах, мне как заезжать чисто на фугасах в спину, например, да, чтобы был как... Крит, надо заезжать в спину у большинства танков, но если это, конечно, не совет. И вот я вижу на вазике, и тут я ошибаюсь, это моя ошибка была. Смотрите, я выхожу, стараюсь выцеливать в комбашенку, но из-за того, что он напрягает меня, я туплю, короче. Поэтому я сразу подумал. И сказал, а чё он меня так бьет? А чё он такой дерзкий? А не прихуел ли он? Я сказал. И вот я уже начинаю что-то осознавать. Я уже выхожу. Ну, я расскажу, как было. И вот вижу сразу гриля. Вот гриль засветился. А мы знаем, что гриль по грилю можно дать. Я как бы знал. Ну, знаю, да. На гриле, что пробитие проходит нормально. И вот я прихожу, союзника толкаю. Нафиг. На тебе! Грилю плохо, а мне хорошо, ребята. Гриль, ты такой, блядь, что такое? Кто на фугасах? Это что такое? Что это такое? И 907 уже начал по мне кидать снаряды. Угу, дебил. Он уходит в минус серебро, а мне пофиг. И я уже думаю, так, гриля уже больше нету, надо что-то делать,
Вот такой вот я замечательный человек. Пока ни одного крита, вы видите сверху 0-0-0, никаких критов. Все плохо по критам. Я подскользнулся. И вот опять мой друг Вазик. И опять же мой дружочек Вазик. Только с другой позиции. Но тут у меня тоже что-то... На тебе 25. Без крита. Без крита, ребята, без крита. Критов нет. Я вот думаю, давайте еще раз домутим. На тебе 44 и ничего не заходит. Ну, это тяжелый танк, и по лючку я почему-то не попадаю. Ну, я в третий раз. В третий раз он в меня попал. Понимаете, да? Если бы не этот вазик, я бы вообще не... Я бы вообще играл бы в полном порядке. В полном порядке. Но этот вазик, гребаный вазик, что-то мне мешает. Вот так вот. И поэтому... Но я почему-то опять еду. Так было, что ли? Я думаю. Думаю. Что же мне делать? Как же мне быть? Как быть, если никак не быть? Что делать, если ничего нельзя делать? Вот такие вот мысли были у меня в голове. Мысли вот такие бардачные, понимаете, да? И вижу, к нам заходит в спину, пытается как бы к нам подняться, погостить СТРВК. Он хочет, вот. Говорит, кто-то там вякает. Я хочу немножечко чаечка там попить. А можно с Зоханом вместе кофе там, чаечка попить. И так далее, и так далее. А я говорю, не надо, дорогой, не надо. И вот еще вместе с ним в гости он позвал своего друга, 430У. А я вижу его и взад, на тебе! Все, просто никаких критов, ребята. Никаких критов. На фугасах я решил просто сыграть и криточки сделать, но что-то не выходит. С криточками у нас проблемы. Шарфутур. Но 554. Вот. Просто на фугасах, ребята. Играйте только на фугасах. И у меня, смотрите, 1700 урона уже. Понимаете, да? Это просто... Не знаю, что это такое. А потом я смотрю. Это мой первый бой, кстати. Второй бой я тоже... Покажу, наверное. А, да. Второй бой тоже я покажу. Я уже сказал, походу, что покажу. Так, там уже Чифтейн. Чифтейн что-то злится. Он злой, ребята. Он что-то не рад к тому, что я играю на горе. Гора моя, говорит. Моя территория. Это моя корова. И я ее дою, говорит. Как бы Чифтейн мне. А я говорю, пошел ты нафиг со своей коровы. Со своей коровой. Тут не фирма. Тут, блин, война идет. Как бы я говорю, в это время, как я припоминаю. И меня все-таки не устраивает то, что 50 ТП и СТРВК, все-таки они могут ко мне выйти. Выйти взад, так сказать. Поздороваться. А я не хочу. Я никого не жду и не ждал. И не буду ждать. Мне нужны криты. И вот тут я думаю, может вниз спуститься, пойми ли что-нибудь, чутка поработать. Но тот же Вазик все еще жив. Кстати, он меня непременно бесит. Очень бесит. Почему не... Вижу 50 по 27 урона. Но этот яж, Но я не выцелил. Как сложно говорить. Выцелил. Суперлил. Лило и Стич. Ладно. Ладно, без разницы, как я говорю. Главное, понятно. Угу. Якутский мой акцент всегда есть. Всегда будет. Это хорошо. Это моя фишечка. Мне нравится. Вам нравится мой якутский акцент? Если да, то напишите в комментарии. Если нет, скажите, что это очень плохо. Так, ребята, вот сейчас, вот Вазика уже убили, вот моего истинного коронного врага.
И после этого я уже думаю, а надо вот это, с этими надо что-то делать. Что-то надо делать. Ребята какие-то странные. Я вот думаю, что мне делать? Еще 121-й. Вы посмотрите, что вытворяют, а? Просто вытворяют нереальную дичь. Ну, не дичь, а просто приехали. Ничего не вытворяют. Немножечко я улатын-нарарский, хабатын-нарарский. Якуты поймут. Так. И вот тут я пытаюсь как-то увидеть вот этих двоих молодых ребят на 50 тп из ТРВК. Но они решили, походу, удрать. Ну, конечно. Почему так и положено? Потому что я на фугасах. На фугасах человек опасен. И вот тут. Ага, вот они. Смотрите, какие людишки. На тебе 29. И без крита тоже. С ТРВК едет. И сразу к нему побрать. На тебе. 59. Не, ну прикольно же. На тебе и криты. И тут я даю крит. В комбашенку попал. И походу его командир. Он оглушен, короче. Ну вы поняли, да? Я пытаюсь ему в зад кинуть. Но он что-то не пробивается, ребята. Так, так, так. Давайте вот. На тебе. Не пробивается. Ля-ля, тополя. Тут не надо говорить. Я говорю, что ты хочешь? На тебе! 50 тп злой, очень злится. Ему плохо. На тебе! И все. Вырубаем его нафиг ко всем чертам. Так, у нас два фрага. 2300 урона. Я тут вообще был не жестко рад. Что? Я, ну, не рад. Ну, рад и в шоке. Что на фугасах я убиваю танки, что ли? Как так-то? Я-то думал, что на фугасах вообще сердуха у меня в нулину там будет. Ну, короче, жестко упадет моя сердуха. Не мой, а моя сердуха. Но тут я вижу Эмиля первого. Он меня видит и сразу я бегу. Я не хочу никаких дел иметь с этим супер конем, говорит, как бы. Он же на фугасах. Ебаный в рот. Я не хочу с ним воевать, говорит. А я говорю ему, иди сюда, иди, говорю. А он говорит, не-не-не-не-не-не-не, ты на фугасах. Не-не-не-не-не-не. Ты мою даже башенку можешь пробить. По 20 кп. И то это максимум. Ладно, и тут я уже подумываю над тем, чтобы как-то увидеть 121-й, чем он занят, чем он дышит, кто такой вообще, откуда нарисовался, чей сын, родители кто, есть ли у него это самое военный билет. Может, я его знаю, может, это мой родственник. Вот, поэтому я подошел в его сторону, а он, походу, видимо, удрал. Он удрал, ага. И потом я вот думаю, что же мне делать? Что, как мне быть, если мне никак не быть? И, кстати, у меня уже две... О, вот он, 121-й, я его увидел, и сразу 514, просто сногсшибательно, ребята! Потом я злюсь и говорю ему, чё ты начинаешь? Иди сюда! Сюда я сказал, иди, я сказал ему. А он говорит, не-не-не-не-не-не, я у меня дела, моя мама ждет. Короче, приготовила завтрак. И вот, пора ему завтракать. Все. И смотрите, 3500 урона. Чисто на фугасах. Вы понимаете, да? Это хорошо или плохо? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Нормально, да? Так, но я уже шотный. Я уже побаиваюсь. Вот тут уже я подошел и должен как-то убить СТРВ. Ну, мне надо как-то криты выдавать. Но у меня всего лишь один крит. Но ничего.
Это был проверочный бой. И вот на тебе! Я его пробиваю, просто пробиваю, ребята. Я его пробиваю, 320. Это просто нереально, ребята. И вот тут Чиф меня, собственно, убивает. Ну, пускай. Но зато смотрите, ребята. 4300 урона. Вы понимаете это, да? 4300 урона. Это... Я не знаю, как это назвать. Давайте посмотрим второй бой. Второй бой тоже такой вот прикольный такой бой. Ну, он быстрый. Да терпите, пожалуйста, если кому интересно, вы останетесь. Ты останешься посмотреть, досмотреть ролик или нет? Скажи мне, напиши в комментарии, ты остался посмотреть или ты ушел по своим делам, так сказать. Ладно, тем, кто остался, еще досмотреть второй боечек, ну, такой быстренький боечек, тем спасибо за просмотр. Я думаю, что вы охуенный человек, вот ты охуенный человек, и ты оставишь мне один лайкосик. И непременно оставишь какой-либо комментарий насчет того, что интересно это или неинтересно. Кто так играл, кто не играл, давайте делиться мыслями, так сказать. Вы там напишите, что вы-то Альянс 8 Фантом как сделали, нормально сделали, на какой технике, например, на арте, на бабахе. Я вот дурачок делаю на супер коне. Ну вот и решил. И мне кажется, что на супер коне. Да, если это видео наберет 200 лайков, то мы сделаем даже стрим на 2 часа на супер коне на фул фугасах. Хотя 200 лайков все равно не доберет, поэтому решать вам. Ладно, смотрим дальше. И я на турбине, кстати. Забыл сказать, чтобы более-менее был бы я подвижным. Я почему сюда поехал? Потому что, знаете, с тяжами И7 я не пробью. Это уж точно. И поэтому там буду долго стоять. 2-5-7 тоже будет сложно выцеливать комбашенку. Ну, не сложно, но почему-то я выбрал это направление, потому исходя из того, что тут постоянно выходят какие-то ПТшки. И вот вы увидите, почему это так работает. Почему Зохан так думает. Вот он сразу появляется. На тебе, бабаха. Я вот думаю, так, дальше надо или не надо? А может дальше надо? Он по мне 259, а я ему 485. Я говорю, я настоящий бабахер. Я настоящая сволочь. На фугасах, а не ты, говорю. И бабаха, поджав хвосты, просто удрал, просто с поля боя, удрал бабаха. Бабаха не хочет меня видеть, вообще не хочет меня. Он и знать не хочет про меня. Потому что я истинный бабахер, это суперконь на фул голде, ребята. Вот так вот. АМХ М449Л. Любознательный. Под буквы Л. Приходит и говорит, блядь, где-то тут есть какой-то суперконь на фугасах. Где он? Скажите мне. На тебе, вот он я, говорю. 518. А он говорит, что это было? А я говорю, вот это было. Повторить. Ах ты, и он сразу как бы понял. Все, понял. Я вас понял. Я не хочу с вами играть, Зохан. Я из тысячи извинений, Зохан. Я больше так не буду говорить. А я вот такой все-таки злой. Я хочу его увидеть, но с него достаточно. И сразу я заметил на мини-карте, что у меня есть... Сзади у меня что-то высвечивается 121, и меня это раздражает. Вы знаете, да? Когда ты хочешь на какой-то позиции играть, а сзади кто-то раздражает. Раздражительность — это превыше всего. И я думаю, я сначала терпел, потом думаю, блядь, что это за сто? Что это за сто? Я ему даю, на тебе запись уже 4. Пиздец. Ребята, это просто невероятно. Это что, 2647 урона уже. Играйте на фугасах.
Нет, но там тоже, может, повезло, и надо выцеливать слабые зоны. И если умеете, то можно. Если не умеете, тогда лучше не играйте. Это будет фейк. Вот, так, вот такой вот исход будет. Вот видите? И он показывает почему-то зад, и я говорю ему: прощай, прощай. Никого не забывай. 2800 урона. Я иду вперед, потом думаю: а, арта. Ну давай бабаху я. Потом вижу, что у них хп вообще нету. У одного 100, у одного где-то 200 с чем-то или 300. Поэтому я иду вот сюда. Потому что гриль еще не светился. Значит, тут. И вот он, гриль. Вижу арту, сразу убиваю его. Кстати, я уже выдал 2 крита, смотрите. Вижу гриля, даю ему урон на 493. И 3400 урона, ребята. Изи. Изи-пизи. О, блин. Но тут я уже не попал, и арта уже показывает мне, что, так сказать, возвращает должок. Он как бы говорит, что все-таки он настоящий бабах, а не я. Как бы такое. Ну и вот, собственно, все. На этом бой закончился, но и 3400, в первом бою 4300, и средуха у меня была за 2 боя 3800 средухи. Это нормально? Или это ненормально? Ну ладно, рад был встрече с вами, а я погнал дальше бабахать. Я вот это видео непременно выложу, потому что кое-что интересненькое. Если 200 лайков сегодня наберет, до вечера наберет это видео 200 лайков, то вечером будет стрим по суперконю на фулл голде. Ну, не то что на суперконе, а будем пытаться сделать ЛБЗ на 25 критов за 10 боев. Если не сделаем, заново 10 боев. Вот так вот. Так что, если вам интересно, будет ли стрим, то, пожалуйста, ставьте лайки. 200 лайков мы непременно сегодня вечером можем включить охуенный стримчанский. Ладно, всего доброго. Всем до свидос. Всем пока-пока. И не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, собственно. Зоханекут с вами. Всего хорошего. До встречи.